Здравствуйте, мои дорогие подписчики. Итак, сегодня мы приготовим самое простое блюдо. Пожарим картошку. Многие из вас это делали и умеют делать, но есть проблемы. Картошку мы режем, ну, или полосочками, долечками и так далее. Она у нас там слипается. Есть проблемы. Сегодня мы попробуем по новому рецепту. Я его подсмотрел на просторах YouTube. Пожарить картошку с салом. Очень-очень вкусно. Ну, приступим. Значит, у нас 300 граммов сала, 1,5 килограмма картошки. Ну, всего пара луковиц буду использовать. Ну, на самом деле, можно побольше. То есть, как бы, ну, можно там луковиц 5. Кому как нравится. Сковородочка Royal Kitchen. И, значит, что мы делаем? Сальцы мы нарезаем долечками. Потом на квадратики и на сковородочку, чтобы оно у нас по-быстрому растопилось. Потом, когда сальцы у нас растопятся, сальцы я взял из холодильника, немножко подзаморожено оно, но нам без разницы. Сало можно брать как соленое, так не соленое. Нарезал я его большими кубиками для того, чтобы оно быстро вытопилось. Потом шкварочки мы уберем. Но все, покажем все в процессе. А сейчас вытапливаем сало и будем правильно нарезать картошку. Приступим к нарезанию картошки. Берем, значит, картофелину. Разрезаем ее вдоль. Дальше разрезаем каждую из половинок еще раз пополам. И начинаем нарезать. Вот видите, так вот пирамидками как бы наискось. То есть от кончика так. Вот смотрите, сперва по диагонали сюда, потом по диагонали сюда. Сюда. И тогда получается у нас площадь соприкосновения со всех сторон незначительная, и они не слипаются. Ну, и так мы сейчас всю картошечку перережем. Итак, сюда. Чуть-чуть просто наклоняете и просто делаем пирамидки. Такие. Никогда бы не подумал, что так прикольно будет пилить. Видите, получается такая на конус пирамидочка. Сальцо у нас уже шкварчит. Сейчас мы это все сделаем. Готовим остальные. Сальцы у нас отдали все сальцо, так сказать, вытопилось. И мы снимаем обалденные шкварочки. О, лучшая закусочка. Еще сюда лучка. О, и вообще, под запрещенный напиток шкварки обалденно идут. Все мы их сейчас уберем. Кстати, первый раз вижу, чтобы у меня шумовка в сале расплавилась. Представляете? Я аж в шоке. Видите, что с ней творится? Представляете, какая температура у сала? Итак, это мы все убираем. И сейчас мы засыпаем картошечку. Чуть отставим. Хотя смысла нет. Крышечкой накрывать не будем. Засыпали на большом огне. Даем картошке постоять минут 5.
Через 5 минут мы ее помешаем, еще 5 минут дадим поставить, потом уже будем лучок добавлять и так далее. Еще раз напомню, сало у меня соленое, поэтому солить я буду в конце по вкусу. Прошло у нас 5 минут. Начинаем картошку перемешивать. Она уже у нас подрумянилась. Не сильно, но уже видно. Мешается она спокойно одной ложечкой. Ничего не склеивается. Вот. Отлично вообще все. И еще 5 минуток даем постоять. Ага. Итак, переворачиваем. Видите, у нас уже подрумянилась она. Вообще отлично получается. Вся отделяется. Переворачивается очень легко, лопатка одной рукой, то есть ничего не, у нас не слипается, вся картошка у нас обжарена получилась. Вот, даем еще 3 минутки. Единственное, что в начале рецепта, значит, я взвешивал сало, добавлял 300 грамм. На самом деле надо на такое количество где-то, ну, 120, наверное, 100-120 грамм сала, иначе его очень много. Поэтому я вот отлил часть, иначе в сале она получается просто варится. А нам нужна именно румяная. Поэтому вот ошибку эту я убрал. Сало надо поменьше. То есть не 300, а 100 грамм. Но в описании все напишу. А так видите, как все прикольно получается. Еще разочек переворачиваем. Ой, смотрите, какие шкварочки. Вся картошечка у нас в шкварочках. Действительно ничего не слипается. Рецепт был прав. Легко все переворачивается. Причем 1,5 килограмма картошки, если резать его вот там дольками и так далее, очень сложно будет переворачивать и все делать. А так очень прикольно. Значит, смотрите, лучок я уже порезал мелким кубиком. Вот, мы его сейчас добавляем. Просто сверху. Вот, разровняли. И дадим ему немножко, 2 минутки постоять. Вот, потом мы его, сейчас мы накроем крышечкой немножко, чтобы лук осел. И после этого мы попробуем и посолим. То есть, потому что соль добавляется, то есть в конце. Но, в принципе, оно уже готово. Готовлю я все время это на большом максимальном огне. Вот. Ну, сейчас будем смотреть на завершение. Подержали мы 3 минутки. Лучок у нас за это время опал. Сейчас мы это все перемешаем. Лучок у нас даст немножко сладковатый привкус картошечки. Ну, вообще, кстати, мешается обалденно. Получается вообще. Картошечка одна к одной. Кварочки. Так. Картошку я уже попробовал, надо добавить соли. Ну, каждый добавляет соли по вкусу. Я возьму пару щепоток, так вот сверху ее присолю, потом переверну и присолю еще разочек. И в принципе все, готово. Две щепотки соли достаточно. Все, закрываю крышечкой. Выключаю. Даю 5 минут настояться и пробуем. Итак, картошечка приготовилась. Смотрите, вся прямо вот одна к одной. Ничего не слиплось. Все обжарились кусочки со шкварочками. Лучок косел. Ну, все вообще, смотрите, нежненькое, то есть как бы вообще просто. Ну, пробуем. Очень-очень вкусно. Лучок дал такую сладость. Солюшка присолена. Ну, просто замечательно. Ну, что могу сказать. И простые блюда можно приготовить очень вкусно и аппетитно. Поэтому делайте, изобретайте. Приятного аппетита. Ну, колокольчики у нас наверху, лайки внизу. До новых встреч!